предлагаю рецепт кекса с необычным ингредиентом – сухим горчичным порошком. Вкуса горчицы вы не почувствуете, но именно она придаст этой выпечке золотистый, красивый цвет. Такой кекс станет отличным дополнением к чаю, кофе, молоку или компоту, учитывая, что в нем очень мало жира, осмелюсь назвать его низкокалорийным, если это применимо к мучным изделиям. При этом кекс остается нежным, пышным, ароматным и вкусным. Небольшие вкрапления мака и золотисто-лимонный цвет придают ему эффектный и аппетитный вид. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. В миску разбейте яйца. Добавьте сахар. Взбейте яйца с сахаром венчиком или миксером. Добавьте кефир, он может быть любой жирности, но лучше пожирнее. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Влейте подсолнечное рафинированное масло. Добавьте мак. Всыпьте в миску муку. Потребуется 1,5 стакана объемом 200 мл. В такой стакан входит ровно 150 грамм муки. В отдельную посуду выложите соду и горчичный порошок, залейте кипятком и быстро перемешайте, после этого смесь вспенится. Быстро добавьте эту смесь в тесто и перемешайте, тесто для кекса готово. Форму для кекса смажьте маслом и заполните тестом. Выпекайте кекс в духовке, заранее разогретой до 175-180 градусов 40-50 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки, готовность проверьте сухой деревянной палочкой, дайте кексу немного остыть и доставайте из формы. Украсьте по своему вкусу и подавайте к столу. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Необходимые ингредиенты. Яйцо куриное, 3 штуки. Сахар, 1 стакан. Кефир, 200 мл. Подсолнечное масло, 3 столовые ложки. Мак, 2 столовые ложки. Мюка, 250 грамм. Горчичный порошок, 1 чайная ложка. Сода пищевая, 1 чайная ложка. Чайная ложка без горки. Кипяток, 3 столовые ложки. Количество порций, 10-12. Спасибо за просмотр, подписывайтесь. Пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачи!